Так, ну я дальше пошел. Я куда-то иду, блядь, вообще. Ой, блядь, что это вообще здесь? У меня какой-то рычаг есть. У меня какой-то рычаг здесь есть. Ну и что будет исправно? Вот у меня, смотри, я зажал. Ну вот, я его нажал. Что, у тебя что-то произошло? Смотри, у меня комната, у меня получается тут руль, вот этот вот, как на корабле. И чуть и дальше от руля идет пол ванны с небольшие ванны слабые. Вот раз, вторая закрыта. Ну я помню, хорошо, давайте закрыта. Объясню свое место. О, я постоянно поднимаюсь сейчас вверх. Помнишь, что у нас в первой части, когда мы были это, рычаги я бегал? Смотрел, блядь, сейчас звуки. Ну, рычаги, помнишь, где я выключал, там такая, блядь, местность была, блядь, как и замок, типа. Ну да. Ну вот я сейчас поднимался вверх. Я включил рычаг просто какой-то, и все, у меня больше ничего нету. И дверь сейчас, я иду в дверь. А у тебя есть, смотри, вот я чуть дальше прошел, у меня есть какие-то рыцари стоят, по-моему, доспехи. И над доспехами ворота открывающиеся, и над этими воротами с изображением щиты, типа орел. Типа медведь. Нет, подожди, у меня здесь медведь, пустота. А, не, медведь. Потом еще один какой-то медведь, который смотрит влево. С мечом. Нет, у меня такого нету. У меня, я пришел в какую-то комнату, у меня здесь две картины висят. Идентичные. А, да, вот, 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 есть, есть, есть рыцари, да. У меня здесь рыцари. О, бля, ко мне комната двигается, бля, что? Короче, смотри. Первый у меня рыцарь, у него он, у него кинжалы вверх смотрят. Два. Ой, я взял оружие. Бля, что, у меня комната двигается, чтобы ты понимал просто. Ну-ну-ну, когда... Два кинжала вверх смотрят. Там у него на гербе нарисован бык, в который стрелы воткнули. Я по лодке не вижу. Ну и чё? Нажал? Я не знаю, что просто. Я просто я понял, есть рыцари, фу, они стоят, и над ними гербы есть с рисунками. А, я, кажется, понял, что надо делать. Сейчас. Я понял, кажется, мне нужно найти оружие и дать им в руки. А ты по гербу мне говоришь, какое? Нет, у меня нет оружия никакого. Я просто тебе говорю гербы. У меня есть оружие. Например, да, вот, например, я говорю, вот это. Ну то я понял, конечно, у тебя гербы там есть? Да. Ну, конечно, нужно по гербам, короче, ориентироваться, я понял. Смотри, вот у меня... А я уже не вижу, я уже не вижу, чел, я уже два не вижу просто. А, ну, я сейчас с самого начала. Короче, я понял, значит, тебе нужно, мне нужно тебя ориентировать по гербам. Нет, тебе нужно сказать, что за гербы, какое оружие, не, а я тогда я должен быстро идти на оружие. А, вот так тебя, да, окей, давай. Ну, наверное, я не знаю, я тебе беру оружие, куда оно девается. Ну ты можешь рыцарям дать их? У тебя рыцарь без оружия? Да. Да я не могу. А, вот, я букан. Да отпадаю, кстати. Ну все, хорошо, давай сейчас. Сейчас сам начнем, блять. Потому что я два уже не вижу, типа. Ну, например, я бы там. Ну это полегче на самом деле. Это будет полегче, чем прошлое. Вот, ну почему-то, блядь, блокируется, знаешь, вот как с полетом. Да-да-да, у меня куб. Чел, у меня кубик точно так же бывает. Я беру, у меня просто пропадает кубик. Ну давай уже, быстрее, ёпта, комната, езжай. Ну все, сейчас уже ББ. Все, ББ. Давай, короче, я тебе говорю сейчас герб и это. И что у него оружие за оружие, да? Да. Давай. Я нажал, если ты не нажал. Я тоже. Нет, не нажал, я нажал сейчас. Enter нажми, да. Все, если кнопка, если мышка не нажимается. Нет, чел, ты не нажал. Я нажал. Ну я его тоже нажимаю. Бля, хуйня багуется, конечно. Бля, очень неудобно, сука, маленький экран, если растягиваешь, лагает. Так, ну давай, погнали. А чем это, а что дает рычаг мне, интересно, мой, который нажимал? Ладно, погнали. Так, погнали, давай. Готов? Так, давай, первый герб. Бля, хуй знает, чё, кто это. Там, короче, чел, блядь, стоит на одной ноге у тебя. Есть такое животное, как бык, короче, выглядит? На одной ноге стоит. Он смотрит вправо еще. Влево, точнее, влево смотрит. И у него ничего в руках. Не-не, да, он просто руки вот так, знаешь, типа танцует, так, наверное. Да-да, и чё? Так, короче, у этого рыцаря в руках, с левой руки, в левой руке у него находится двойной топор. Типа топор с двумя лезвиями, вот, понял? А вот одного герба, да? Да-да-да-да. Двойной топор? Да, дальше там сразу найди челика, короче, как похож на енота, у него в руках меч. Топор,
топор, а топор с лезвием с двух. Да, с двух, с двух. Ну, один топор. Да, один топор в левой руке находится у него. Сейчас, я... Я просто понял, я уже двоих не вижу. В левой руке? Да. Я просто бегу за руку. Я понял. Так, дальше, следующий герб. Там находится енот с мечом, посмотри, есть такой у тебя? Ну, допустим. Вот, у него, у рыцаря в правой руке находится щит просто деревянный, и все. Давай, чел, у меня просто комната, чтобы меня двигается, она мне не дает дальше пройти. Круглый. Такой, знаешь, блять, я не знаю, острым концом, короче, вниз он смотрит. Вот, говорит, что не круглый. Хорошо, давай. Да, право, да. Дальше, видишь коня, блядь, коня со стрелами. Блядь, у меня тут сейчас еще минут. Блядь, не вижу. Не, у меня есть, смотри, у меня есть какой-то, блядь, олень. Ну вот, да, вон он со стрелами он должен быть. Да. Короче, там щит круглый, у рыцаря тоже в правой руке. И последний, вот этот хуй, короче, у него в правой руке меч вверх, который смотрит такой. Длинный? Да, вверх, который смотрит. Он такой, типа, блядь. Ну, он длинный, просто там из коробки длинный. Блядь, ну короткий. Да, блядь, сейчас все, сейчас будет, а то. Блядь, сейчас я... Здесь просто, она просто, понял, быстро тоже двигается, кого-то хуй, блядь. Все, я бегу. Ну все, сейчас ББ, все, меня зажало. Все. Зажало. В левый? Зажало. Ну блядь. А там, где не успел, меня уже зажало, забей. У меня просто, я не мог двигаться даже. А в чем прикол? У меня просто комната, у меня двигается дверь, она мне, конечно, ну, двигается на меня. Давай ты сразу опиши, что там есть. Давай, погнали. Сразу же, бери меч. Меч сразу бери. Длинный, короткий? Длинный. Он у чела, который, помнишь, лев, ну не знаю, этот хуй, который стоял на одной ноге, он у этого. Есть два, есть три меча, есть короткий, есть с тонким лезвием. Не, такой с толстым, он такой еще у ромбиком идет, типа, понял? В конце, да, как копье, типа. Да, типа того. И у кого он находится? У челика, короче, который вот на одной ноге стоит. Блять, ебаный в рот. Ну если посмотришь на него, там, блядь, чел с короной, блядь, с хвостом белым, нахуй, на одной ноге стоит. Без всего. Какой руке? В левой. Бля, того я не сню. Бля, того. Бля, второй я не увидел, ну, блядь. Никуда поставили. А ты что еще? Ну дальше идет. Бери меч обычный, который длинный такой. Без всего, просто меч. Как он начал, просто есть как бы есть, ну типа маленький, средний, большой. Я взял большой. Но он большой, он большой, высокий. Ну а этот прям еще вот больше того. Бля, я не знаю, как он у тебя выглядит. Давай так, как он у тебя выглядит. Тот самый, который изначально он был, он почти под конец немного за боков зашат и какой-то не стрелы. А, так, еще один. А второй просто такой же, только длинный. Он типа чуть короче. Хорошо, бля, у меня, ладно, конечно. Давай. Ну давай, он стоит у челика, вот который ты взял большой. Он стоит у челика, блять, у енота, блять, с книжкой, короче, видишь? Да, в, в левый. Ой, вправо, сайт, вправь, сорян, вправо. Блять, а какой правый от меня? Вправо от тебя, да, вот смотришь на рыцаря, он вправо от персонажа, есть. От персонажа? Вот, да, ну смотришь, вот на рыцаря смотришь, у него в правой руке, блядь, находится вот меч. А я в своего положения. Не-не, просто как смотришь, типа, на рыцаря. Блядь, ну, нет, а если рыцарь смотрит на меня... Не, чел, забей, тут как насмотреть на рыцаря, чисто на рыцаря смотри, вот, и вот видишь у него две руки, и ставь туда, куда я тебе говорю, просто, и все. Вправо, а до этого надо было в первом руку влево? Там, да. Бля, ебать, она быстро двигается от комнаты, я пиздец. Что брать? Бля, не вижу уже.
понял. Я не вижу. Бля, и что, умирает просто была? Нет, понял, у меня комната, она очень быстро двигается просто. А, я в лаву упал, что я там упал. Ты в лаву упал? Ну, как я сомну, я тебе уже ничего не вижу, что я под карту упал, что я бы не убирал. Охуенно, что вот это пиздато. Они не рассчитывали, что... Ну, я проще просто посмотри, сразу мне скажи, какое оружие, я просто... Нет, понял, типа, пока я тебе говорю, какое оружие, я уже второго не вижу просто. Пока ты его берешь, я тебе говорю герб, я уже второго, я просто второго не вижу. Ну а как я быстрее не... А, стой, у меня есть руль, может я руль как-то могу делать? Типа, ты что там на тачке гоняешь его, бля? У меня руль этот, блядь, от этого корабля. Не знаю, у меня руль, он двиг, он типа, наверное, крутится и тебя зажимает. А, ну чё первое брать? Ща, дай. Давай сразу договоримся, я тебе сейчас говорю, сразу что брать. Смотри, давайте объясню, у меня там есть мечи, короче, там, разные. Да. У меня есть длинный обычный меч, знаешь, какой обычный меч с острым концом есть, обычный меч. Да. Вот, есть меч, короче, такой, как ты говоришь, как стрела на конце, у него еще в начале такие, блять, хуйня, как... Зазубрины. Да-да-да, вот такие вниз смотрят они. Да. И есть еще меч, который как ромбик, знаешь, у него последний ромбик такой идет, типа, такие зазубренные. Но он к середине, типа, такой уже, чем в конце, а уже... Ну, типа того, да-да-да-да, типа того, да, вот такой. Его брать? Не, сейчас я тебе скажу, давай их обозначим цифрами, чтобы ты сразу говорил, чтобы ты брал сразу какой меч. Ну, первый, давай, самый большой в виде стрелы, это один. Так, хорошо. Два, это просто длинный. Это обычный меч. Ну, да, обычный этот меч. А третий, это средний, который, блядь, посередине узкий. В середине узкий, а уже... Хорошо, 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 давай, погнали. Так, бери щит. Щит бери, не круглый. Нет, нет, не круглый. Он находится у того, блядь, ну, пидораса с хвостом, который на одной ноге стоит. Лысым хвостом? Да-да-да. Ставь щит в правую руку. Давай ты, блядь, мишка. Дальше, сейчас поставил. Дальше, короче, бери после этого топор с двумя лезвиями. Ой, блядь, ты крутишь, я реально, нихуя себе. Так, стой, говори. Топор с двумя лезвиями. На концах, с обоих концов. Он у енота с пером, блядь, или с мечом, я знаю, хуй, значит, у крысы, короче, там. У него меч у одного. Ну, в левую ставь топор этот. Так, в левую, и у кого он, блядь, у енота? У енота, там енот с мечом стоит, если посмотри. Нет, енот с мечом стоит. В левую? Да, в левую топор ставишь. Ебать, меч. Ебать, а что это за меч, нахуй? Такой, типа, как будто лезвие, только как бы с одной стороны такой изогнутый, да? Как будто его похавали, понял? Такое есть. Ну, получается, вот это острый конец, только с одной стороны, я правильно понимаю? Ну да. Вот, да, его брать. Да, его бери. Он находится у птицы. А пожеванный там, типа, с каким-то еще этим... Ну просто, типа, просто одной части нет, или там еще какой-то кусочек. Ну ты понял, типа, он идет, типа, кого-то похавали посередине, и дальше идет нормальный он. То есть без зазубрин, да? Ну, зазубринами. Смотри, там есть, смотри, вот я сейчас объясню, я могу держать, смотри. Вот представь меч, да, с двух концов острый конец. Тут получается как... Он с одной, нет, с одной острый. Знаешь, такой, как, да, как знаешь, как кинжал такой есть. Вот кинжал есть. Нет, я знаю, какой брать. Там просто, смотри, есть два. Там вот с таким зазубиной, но там ближе к концу нет кусочка. Нет кусочка? Нет, нормально. Он в конце нормально идет, а посередине он как будто похаванный, понял? Такой просто и все. Допустим, вот этот. Он находится у птицы, блядь. Она там одна должна быть такая. Руки. В левой. И дальше этот, блядь, идет. Левый. Ой, в левой, блядь. Короче, щит, короче, круглый. И последний, да? Да, последний, блядь, у этого нахуй, ну, такого же пидораса. Ну, с мечом. Какой рукой? В этой, блядь, в правой. Правый? Да. Ой, блядь, у меня засветились глаза у них, ёбаный в рот. Все. Подожди, нет, не про. У одного засветились глаза, у другого не засветились глаза. Круглый. Я вправо. Пока не знаю, там. Подожди, а как ты кого поставил? Как у тебя выглядит там рисунок?
В смысле? Ну рисунок какой-то, там просто два одинаковых есть. Нет, круглый, вот последний, этот круглый, который. У меня есть круглый и просто без ничего. Ну и острый, и все. Нет, кому-то поставил круглый щит. Бля, сейчас, ну я просто вибратор чистят. Да, да, я пока терплю еще, он далеко очень-то. Вот круглый щит кому поставил. Как у тебя выглядит картинка, обещи? Блять, как енот, который смотрит вправо, и у него еще кинжал в правой руке. Так, а у него есть что-то на башке такая, знаешь, шляпа типа? Да, ну да, как зовут. Вот ему на это было в правую руку круглый щит поставил? В правую? Да, в правую руку. Да, круглый, вправо. Ну я вот смотрю на него, вот у меня право справа. Да. Так. Если по мне, то я вправо положу. Он у тебя вправо. Откати, пожалуйста, чуть-чуть стену, посмотрю, то тебе. Ага, он у тебя на одной таки стоит ноге или на двух? На одной. Так, на одной это топор как раз таки. С двух этими. Ему топор, ну? Да-да-да, с двумя этими концами, понял, острыми. Я... Они просто тут одинаковые, охуел просто сейчас. Нормально. А тому еноту, понял, который стоит на это. А у того, который, короче, тому, у кого щит топор, у того, кому топор. Да-да-да, просто поменяй местами, да-да-да. Там два енота просто. Так, и у этого, блядь, с хвостом. У тебя какой щит там стоит? Этому, которому топор вправо? Да, да, откати назад, откати назад чуть-чуть. Так, все, мне просто понял, я смотрю, ты когда ставишь правильно, у меня тут у рыцарей, короче, красные глаза загораются. А щит кому надо? Какую руку, точнее? Щит у него в правой руке стоит. У тебя какой щит там? У этого, блядь. Там два щита, я говорю, у этого с хвостом, блядь, лысым. А, лысым, он влево смотрит, на одной руке, на ноге. Да. Какой у него щит? Квадрат. Ну, короче, не круглый. Квадратный? Ну, не круглый, блядь, вот это острый. А там только два щита у тебя? Да. И в какой руке он у тебя? Блядь, вправо. Вправо? Я почему у него глаза не светятся, блядь? Я просто понял, щит он такой, тут на... Стой, подожди, может, есть другой? Там просто, смотри, внизу такая, типа, как... другой чел, такой есть. Да, вот другой поставь, типа. Ну, блядь, есть такой же, вот ровно такой же, как я поставил, есть вот, типа, круглый, но не круглый. Не, он у меня, короче, прямоугольник, растянут какой. У него в углах треугольник, и посередине, типа, такая идет яма. Блядь, это ебаный хер, блядь. Так, ну два ты правильно поставил точно. Ты говори, когда можно, сколько ты секунд? Да вот, все, да, нормально. Бля, ты понял, ты ему ставишь в моменте щит в руке, а если у него щит в руке, то он не может. Ты понял, какой щит? Ну я не знаю, наверное, вот это, если ты говоришь, нет. Ну опиши его, у меня просто, смотри, он щит идет, он внизу такой. Чел, он круглый, но по бокам как будто его растянули. Нет, он не такой, он не круглый. А ты вышел зачем? А ты вышел? Я не вышел. Ты вышел. Ну я не выходил, чел, специально. У меня написано, ты вышел, типа. Не, просто понял, ты когда ставишь правильно этим рыцарям, у них красные глаза загораются. Ну да, значит я не знаю, какой щит, я не знаю, какой. Там есть щит, короче, понял, он такой. Там есть два одинаковых. Да, он, короче, как сказать, у него после. Ну, конец, если посмотришь сверху. В конце он такой, типа, острый. Ну, а у него посередине, если посмотришь, ну вот посередине вот сверху, сверху идет такая линия, посередине у него такая яма идет, и два квадрата по бокам сверху. Вот такой был, короче. Да, ебать ты описываешь, но я хуй на как его описать просто дальше. Еще это по-другому. Это очень сложно описывать, блядь. Просто проще говорить. Че, поехали? Да. А с шипами там есть еще после квадрата внутри них шипы. Че? Есть? Ну сейчас, подожди, у меня другой, это просто объяснил прошлое. Так, щит круглый. Но просто не. Он с угла. Нет, он с шипами, с углами такими. Круглый с шипами? Да, он с углами такими идет, если заметишь. То есть просто круглый, а есть такой с углами, понял? Как будто типа, ну, долбоеб делал модельку, блять, эту. Ну, растянка. Блять, я хуй на тебя. Ну круг, просто круг присядь, и его части растянули дальше от круга. И получилось светлый, ну да, типа того, блять. Ну и кого он? Он у енота с книжкой, который смотрит влево. Там прям енот с книжкой стоит. Влево.
Да, видел? А, влево. И там у него еще меч. Не, у него просто книжка. Ну, у него нет, у енота книжка, ставь щит в левую руку. Так, откати сюда. У него у этого же енота еще меч есть. Он маленький, прям такой. Да, маленький. Маленький. Нет, вот от того же говорю, человек щит поставил куда? К этому еноту с книжкой. Да. На гербу. У него там щит есть, и меч еще идет. Еще меч. Да, меч, он короче, короткий такой, и у него слева, если ты посмотришь на него лезвие, слева у него такие, короче, трещины есть. Две трещины. Одна широкая внизу, другая маленькая сверху. Трещины с мешку куска нету. Ну типа, блядь, не знаю, если тысяч... не пускают, скажи не отпускают. Куска нет, да, там большой, один большой, другой маленький, нет куска. Потому что трещина чего-то, это вообще другая. Ну я понял. Нашел такой маленький такой меч? Вроде бы. У него он стоит в другой руке, в правой. Не то. Не загорелись глаза у него. Щит какой, смотри, вот. Ну смотри, у меня... Смотри, есть круг, вот у меня есть круглый, есть вот этот вот с острым концом, есть такой же с острым концом, но там еще внутри шипы есть, именно внутри, где квадрат, посередине шипы, по периметру есть шипы. А есть круглый, которого, знаешь, вот боковые грани, вот круглый, его чуть-чуть растянули, по-моему, справа, слева и сверху, снизу. И получился как бы не круг, а как бы, знаешь, как пахнет. Бля, ну давайте объясню, не знаю, поймешь. Вот на щит смотришь, если у него типа сверху, видишь, такая металлическая грань идет. Бля, охуенно, чел, значит. Ну вот, и там углы есть просто. У этого он круглый, но с углами, понял? Вверху просто самом. По всему периметру, вот по периметру, если посмотришь самого щита, он с углами просто идет, и все. Такой щит там. Но они за пределами круга, как? Да, они вверх смотрят, типа, понял? Ну как бы не круг получается. Да. Ну, я его это на что. Так, а меч? Меч. Ну опиши меч, какой он. Сначала узкий, потом широкий. Или широкий. Он широкий постоянно идет, и в конце он такой, типа, как стрела идет, типа, понял? Такой, типа, узенький, превращается в острие, типа острый он там. Но он длинный, да? Нет, короткий он, довольно-таки короткий. Ну хотя, да, не знаю, средний может быть. И у него типа справа типа нет куска, понял? В начале типа большого куска, а потом чуть выше маленького нету. Но слева хорошо, слева посмотри там. Он острый вот эти штуки с двух концов. Да, острый с двух, и там слева нет у него типа большого куска в начале, а чуть выше посмотришь, там маленького куска нету прям. У меня нет такого, у меня нет такого, что куска нет. У меня есть просто, смотри, у меня есть меч. Где нет куска, но там только лезвие с одной стороны, с правой и все. С правой только лезвие? У меня с двух лезвий идет, с двух. Ну нет такого. Куска... Может, ты имеешь в виду не куска, а то, что он просто сужен из боков? Нет, тут, это... прям, тут прям нет куска. Тут, знаешь, как будто его сломали, типа, во что-то, блядь, такая хуйня. Ну, если вот это... Ну, это вот это, скорее всего, но если это вот это, это не куска, это просто так. Да, блядь, охуенно, поставить хотел бы охуенная игра, блядь. Че, небось не ставится? Ну я просто я взял меч, чтобы просто поменять. Тот не снял, потому что заебал. И он, блядь, все уронил, все пропало. Все уронил, блядь. Загорелись? Блядь, нет, не загорелись.
Либо щит не тот, либо... Хорошо, пиши меч мне какой-то поставил. Просто длинный, но он не куски, чел, он просто... Он длинный? Нет, он не длинный, чел, он... Ну хорошо, он средний, да, он такой средний. У меня нету, чел, с кусками. Ну просто средний с двумя лезвиями он должен быть по бокам. И в конце он острием идет. Ну это обычно. Просто, не, просто у него там, понял, у него там есть с правой, с левой стороны, у него там прям на мече прям самом, с левой стороны, где лезвие идет, у него там как будто, знаешь, обломанный кусок чуть-чуть есть. Слева и справа на одном уровне? Нет, с левой только стороны, с левой стороны у него есть, вот прям в начале, если посмотришь, там такой кусок прям отсутствует у него лезвия. Нет, в начале самого, в начале. И вверху тоже есть такая же хуйня, то есть у меня такой меч. Лезвие как бы с двух концов, да? Да, лезвие с двух концов идет там. А щит? Просто щит, вот теперь смотри, это просто дефолтный, как в игре, щит круглый, или он какой-то необычный, просто в ожидании? Нет, он не круглый прям. Бля, это самое тупое, вот, знаешь, вот ты... Сперва нужно ему, блядь, снять вот эти вещи. А как, подожди, как у тебя выглядит круглый? Опиши, как у тебя выглядит круглый. Вот посередине у него эмблема просто есть. Просто круглый, чего, знаешь, потом... Вот он прям чисто пол. Круглый или с углами сделанный? Вот как, блядь, даже у меня есть вот такой, но это не углы. Но я просто вижу, я понял, он вот, я смотрю сдалека, он в форме круга, но подхожу, и у него типа, вот даже по эмблеме, если посмотреть, внутри эмблема идет, и там по эмблеме видны углы, короче, у него прям углы такие маленькие есть. Но это не углы, как будто от него откусили кусок. Нет, углы прям маленькие, вот такие углы. Именно углы. Какой руки щит? В левой, там меч правый. Хорошо, я сейчас поставлю щит, если не загорится, просто давай другой. Да, чтобы не тратить время. Я не понимаю, какой, блядь. Миллион щит, ну там ни один не похож на то, что ты говоришь. Ну хорошо, если положить, у него внутри есть эмблема, большая такая. И около этой эмблемы, сверху, снизу, слева, справа такие круглые есть, такие темы, типа железные стоят. Нашел? У меня маленький экран, когда подходишь, ты видишь. Я понял. Но он не загорелись, правда, значит. Я просто не вижу, блядь. Ну, я не знаю. Но он не загорелись, блядь. Ну, ты щит тут поставил, да? Я поставил, который круглый, но типа не круглый, вот так. Так, хорошо, а меч? Ну вот, смотри, у него с правой стороны зазубренная такая, типа снизу и сверху. С правой стороны, а у него с левой. Вот прям с левой стороны. Да, у меча с левой. У меча с левой. Зазубренная. Хорошо, давай сейчас откати назад сейчас саму эту клетку. Ну, блядь, что ты, разработчики сделали такую игру, блядь, хули, блядь. Хорошо, давай другое, я не хочу, я не понял. Просто расскажи, просто объясни мне, какие у тебя мечи есть, просто детально, чтобы я понимал. Много раз. Просто, нет, ориентируюсь на том, что у него два лезвия идет, он типа, у него с двух сторон два лезвия. Щит не тот. Мне говорит, надо сперва подойти к нему, убрать щит, чтобы он упал, потому что если я сейчас пойду щитом, поставлю, они оба сбросятся. Я понял, давай тогда. Хорошо, птичка, видишь, у тебя птичка должна быть. Похуй на птичку, или что? Вот, у нее идет меч длинный такой. Какой? Длинный меч. Просто говори с двойным, не с двойным. Длинный меч, обычно идет длинный меч. Просто. У него, да, обычно длинный меч, и у него в начале такие есть две зазубрины торчащие, типа, блять. Ну, два, понял, таких, не знаю, выпирающих зазубрины. Какой? В левой. Все, больше ничего нет. В правой руке у него топор еще стоит. С двумя лезвиями. А у тебя топор тоже там разный или только два есть? А у меня все, чел, там разное. Бля, пиздец. Тогда нужно еще топор объяснять. Топор большой или какой? Он большой топор. Блядь.
большой. Блядь, да, лезвия у него выпуклые такие прям, если посмотришь. Ну, одинаковые лезвия, да? Да, да, одинаковые лезвия, выпуклые. Правый. Да. О, загорелись, все правильно поставил. Так, давай дальше. Пока ту пропустим. Короче, видишь, и типа енота, который стоит на одной ноге с мечом. Я не я, чел, я сейчас в другом месте, я кручу пост, говоришь, что мне брать. Все, плохо. Так, хорошо. Помнишь, ты мне говорил, что, короче, обычный меч такой длинный, но в конце он как стрела. И у него в начале такие зазубрины вниз смотрят. Вот такой бри. Это у кого еще? Это енот, который смотрит вправо, у него меч в руке, и он на одной ноге, стоит, на одной ноге стоит он. Ему куда, в левую? В правую ему руку. И все? Так, да, все, все, загорелись глаза. У тебя загорелись глаза? Ну я не понимаю. У меня загораются глаза. Ну если у тебя загорают, значит у меня загораются. Так, дальше, так. Бери, бля, ебать тут топор нахуй. Ну здоровый, да, такой, алебарда. Блять. Но он здоровый, да, прям здоровый. Как секира, типа, от башку. Да, прям такой здоровый. У него, короче, есть, видишь, у него, короче, вверху он с двумя, короче, лезвиями, типа, понял? И справа, и слева. Одно бочку другого. Нет, они одинаковые абсолютно. Блять. Но у него внизу, короче, такие зазубрины есть жесткие. Одна но внизу... Секира, да? Нет, ну я не знаю, как тебе объяснить, я просто тебе объясняю, как... Секира это то, что вот, помнишь, когда в Гарри Поттере, блядь, это птица долбоёба? Вот, не-не-не, такая, не такая, нет. Если положу, там балка посередине этого топора идет с шипами. Прям вот в самом верху, где лес идет, там балка посередине с шипами идет. А топоры с двух сторон одинаковые, да? Да-да-да-да. Ему вправо, влево быстрее? В правую. Нет. Твою мать, влево поставил. Ничего, мой... ничего, нормально, нормально. Я еще терплю, все проще. Не, просто это маленький экран, блядь, когда в рабочее место тыкаешь, у тебя из игры выходит. Ну ладно, нормально, нормально. Не, я просто самого бесит, нахуй, заебал, то есть такой. О, и все, остался ласт. Ласт остался. Ластовый остался. Ластовый остался. Я просто не знаю, какой ты меч поставил, какой щит поставил. Тогда ладно, назад, ебай, мне. Смотри, вот есть два круглых щита. Просто, вот как в игре, блядь, самый дефолтный. Просто щит. А есть такой круглый, но у него пол, у него как будто вытянутый грани с 4. А вытянут куда, вовнутрь? Вовнутрь или сюда, типа, наружу? Ну как это без разницы, ну снаружи получается. А какой ты поставил? Снаружи который. Ставь дефолтный тогда, попробуй ставь дефолтный. Чем? А какой? Ну смотри, ты блин. Ну поставь дефолтный, он круглый, поставь дефолтный просто. Просто мне интересно, он сработал или нет, просто ну, как-то, ну, я просто вижу, я тебе объясняю, как то, что я вижу на этом ебаном этом. Да, ничего, просто. Бля, чел, он, чтобы если по своей на весь экран посмотришь, блять, он ебать, я говорю, он с углами просто весь. И ты это можешь моделька блядь, сама чел, такая. Это просто модель. Ну я понял. Там смотри, вот есть. Блять, что? Чел, у меня что-то. У меня какая-то хуйня. Мне кто-то пиздит, блять. У меня есть красный рычаг только и все. Так, у меня какие-то картины. У меня красный рычаг есть и все. А, и еще есть этот. Вот, я нажал рычаг большой, есть маленький красный рычаг. Все, больше ничего у меня нету. В комнате, у тебя что? Мне этот простой дверь. О. О, дверь. Ой, what have I... Что я сделал? Какие-то имена или что это? Не знаю, я просто понял, комнатка маленькая, и тут красный рычаг есть, и большой рычаг, я его нажал, сейчас и все. Рычаг. Большой такой, который такой, вверх поднимать. Да, да, вот я такой тоже нажал.
что-то изменилось. Я не знаю, просто же. Я просто понял, рядом с ним есть маленький рычаг такой красный. Нажми еще раз. А я не могу нажать, он меня заблокировал. Я нажал тут большой, который, и все. А можешь его отжать? Нет. Ну, пожалуйста. Я не могу его отжать, у меня ничего не работает. Я нажал его один раз, и все. У меня в комнате остался такой, помнишь, как в первой части рычаг есть? Когда ты ворота открываешь, эти разноцветные. И все, у меня только такой красный только есть, и все. Получается, я должен чуть-чуть открыть, что ли, или что? Наверное. Я просто тоже нажал рычаг, не знаю, что изменилось. Но у меня тоже ничего не изменилось. Мне какой-то пидорас что-то... Может... Не, мне какой-то чел сказал какую-то хуйню, и все, блядь. Что-то изменилось, может быть? Нет, у меня в комнате просто много хлама лежит, и все. Замок лежит, и все, блядь. Ну, стоит на столе какой-то, блядь. Костер везде, блядь. Больше ничего, у меня только два рычага, и все. А, слышь, я могу смотреть эти. У меня, короче, есть окна, и на них что-то нарисовано. Я могу их осматривать. Надо поменять вот эту нижнюю часть комнаты. Какую? Вот вниз картина, ты нажми, там что-то выпадает с нижней части. Не, у меня ничего нету. Просто ты на картину нажми, ты можешь ее вот. Нет, не могу, нет. Я могу. Так, значит, мне здесь нужно сказать, как выставить, да? Да, только я все сломал, я не знаю, честно. Да, тебе нужно просто мне сказать, как выставить. Так, ну видишь, челик в короне стоит. Сейчас, подожди, какой. Просто в короне, он с усами такой бородатый чуть-чуть. На Тони Старк, типа. Похож. Да, типа того, да. Чё? Так, я не знаю, что тебе говорить, после него что идет внизу? Просто. Внизу женщина, у которой меч в грудь воткнули. Рыжая такая, да? Да. У нее на лбу еще такая веревочка, если увидишь. Просто веревочка такая ебаная идет. Да, вот я сейчас. Бля, как мне успевать? Она лежит, и еще у нее голова лежит слева. А, она слева. Да, слева. Типа она поняла, лежит, она, у нее голова вверху лево так находится. Типа вот так, блядь. Вот так. Ну, вы видите, блядь. Да, ну просто тупо, на самом деле. Я просто пол могу сломать. Я просто немного просто осматриваю, и все. Слева. Да, но у него тут туловище налево направлено, понимаешь, голова влево направлена. Это просто есть одна, которая вправо направленная. Она, стоп, у нее белый волос? Нет, рыжие. А че, у меня нет, у меня вся она, ну, тело влево или вправо лежит, как бы от меня. Так, от тебя должна влево смотреть, она влево. Влево, ну у меня влево только блондинка. Что у нее, меч? Меч, только меч в груди у нее, и все. И она его держит рукой, да? Нет. Ну че, у меня. Она. Ну у него, короче, у него рука около этого, прям на животе лежит. У него меч прям в грудину воткнут. Такой еще на меч такой необычный. Да, такой с красный. Если посмотришь, у него в середине красный такой ромб есть. Ну, так она у меня вправо. Ну, окей, давай, значит, его. Значит, у тебя, значит, зеркально мне, понял? Значит, у тебя зеркально мне. Ты что за бред, блядь? Значит, тут зеркально просто. Просто у меня понял. Нет, я про то, что говорю, я смотри, вот я беру вот эту тему. Вот, я могу ее ломать. Вот, и мне чтобы новую поставить нужно. Ну, например. Бля, охуенно, так специально. Че? Ну я ломаю картину вот это частями. И когда я ее ломаю, ну, типа, она падает. И потом через время сама обратно возвращается. Когда я беру вот эту женщину, я сперва должен, по идее, ее сломать. Я беру эту женщину, пока подхожу, она уже все как-то обратно стоит. А, я понял. И так. Ну, тебе получается, тебе надо все сломать сначала картину, из них составить типа одну? Я не могу их сломать, чего я их сломаю, они сами потом возвращаются. Угу. Так, сначала рычаг ебанем. Что, блять? А. Нажал рычаг? Алло. Да, нажал. Вот смотри, когда от двери вышел, где появился, иди просто вот, ну вот, к тем портретам прямо просто иди. Понял? Вот, я стою у портретов. Ну вот, повернись назад сейчас. Вот если лицом к ним стоишь, повернись назад. Видишь, у тебя два прохода есть. Там есть дыра, ну, типа большая впереди. Есть два прохода влево и вправо. Иди влево просто.
И там у тебя будет такой закуточек с лестницей вверх. И там ты увидишь три таких типа, у тебя будет три таких типа этих. Три таких портрета с огнем будут гореть. Вот, и сюда тебе нужно их поставить, понял? Типа составить портрет, сюда не ставится. Че, давай с Тони Старка? Давай. Тони Старк смотрит налево, он в правом, в этом, в сером костюме, короче. А он в какой картине? Первый, второй? Во второй, второй. Бля, ебать, просто понял, не досмотрели и все. Да. Так, потом кто идет у него? Дальше идет женщина в доспехах с открытым лицом, со стрелами, у него в руках этот лук. Там просто есть с закрытым, есть с открытым. А, да, реально. Хорошо, а вторая, вот есть вторая часть, где с закрытым лицом или что-то другое? Нет, нету. Не, ну с другой картины. Нет, нет, нету, я тебе говорю, нету. А рыжик с мечом? Чё, рыжим, рыжий есть, есть с кинжалом, рыжая. Давай, да, я просто чтобы не ходить, то есть да, с одной стороны. Рыжая с кинжалом, она в первой картине стоит. Да ты ту поставил? Чё? Не, ну у меня как бы 6, ну я с одной стороны все заберу, потом пойду с другой, зачем то есть бегать. Хорошо, а есть блондинка просто с кинжалом? Ну нет, есть со стрелой, тут стрелой у меня в грудине. А нижняя часть есть, где грибочки, вот такой. Цветы, кинжал посередине. Посередине кинжал, какой кинжал? Нижняя кинжал часть. Есть, такая, есть вот картина, где по бокам типа красная, да? С розочками, типа, и в середине, типа кинжал. Ну, у меня там, у меня есть типа по бокам цветочки такие идут внизу. А посередине, типа, как, ну, не знаю, это кинжал, ну как фонтан выглядит вообще. Ну, посередине какая-то хуйня стоит. Ну, типа, ну я как кинжал. И где она стоит? А в первой картине. Рыжая, это тоже с кинжалом, тоже в первой картине стоит. А у рыжеское лицо чье там? Самое верхнее. Там мужик в шлеме с короткой бородой. Он смотрит влево. С открытым, да? Чё-чё? Ну, за правым. Ну у него так, бля, ну да, с открытым, с открытым. А у него рыжая броня? Нет, серая. Серая, ну с короткой, да? Да-да, с короткой бородой, он смотрит влево. Хорошо, а у других картин нижняя часть есть, типа, с грибочками, пол такая? Нет, с грибочками нету. То есть, ладно. Прошу все. Так, скажи, что составил? Говоришь, чел куколи, он у меня вообще-то. У тебя... Нет, у меня он, у меня ну, сейчас. Он к тебе с короткой смотрит влево. Да, да, это первая картина. Ну, по идее, первая картина должна быть сейчас составлена уже. Это первая картина, да? Да, первый этот мужик, по факту мужик в доспехах серых, с короткой бородой смотрит налево. Посередине у него женщина, так, рыжая, с этим, так, с кинжалом. У серого, да, все, я помню. У короля серой брони. Ну, Тони Старка? Ну, женщина в доспехах с открытым лицом, со стрелами в грудине и с луком в руке. А ты первую составил уже, что ли? Да. Так, а у в третьей что там, первое лицо чье? А ты нижнюю составил, второе? Не, ну я просто... Ну давай, давай. Кого ты имеешь в виду? Типа первого самого? Ладно, давай, не... ну я просто хотел с одной стороны все собрать, все, все части, чтобы не бегать туда-сюда, но раз уж ты так решил. Не, просто смотри, я просто не понял, кого ты имеешь в виду. Типа чела, который вверху стоит? Давай чела, который сверху стоит, окей. Ну, чела, который стоит вверху. Тот же самый чел в доспехах, только оранжевых, я так понимаю, не серых. Вот но он смотрит направо, типа. В оранжевую, да, с короткой бородой? Да, с короткой бородой. Вот, ну, я просто... Это в третьей сказать. Картине, это в третьей. Ну, я понял. У него там как раз посередине идет белорус, это женщина, с венком. С кинжалом? Нет, с стрелой. Блять, а нижняя часть у второй картины? У второй картины топоры. Там последние топоры, мечи идут, всякая копья идут, там прям увидишь сразу. И по бокам идут
По бокам тут деревья второй. Голые. Это вторая, да. Да-да, вторая. Там только одна такая, по идее, должна быть. Я просто не смотрел. Там по стене прям два топора стоят, зеркальные друг другу. Это со второй, да? Да-да, это вторая картина. Так, а у той это со стрелой и нижняя часть какая? Деревья такие идут. Нет, они, бля, я не знаю, как тебе объяснить. Короче, у него тут по бокам деревья с листочками идут, прям такие, знаешь. Как вот в первой картине, как во второй картине, если посмотришь, там голые деревья, такие идут только на третьей картине, по бокам. Ну просто, грубо говоря, как будто зима, да? Голые деревья. Нет, не голые, они пушистые. Ну белые? Бля. Как грибы, похожие. Бля, я не знаю, честно, как тебе это как грибы. Как нет, не как грибы, нет. Как знаешь, вот как рисуют дерево, вот это с листьями, как вот нравишься. Лист, это, как, бля, как тебе объяснить? Вот рисуют дерево, как дети. Как эти, когда есть голое, они рисуют, а есть типа с листьями, ты знаешь, полукруг рисуют. Кривой. Вот такие деревья. Но там. Гриб, похож на гриб. Ты деревья, какие гриб, блядь. Полукруг. Что, я вот это поставлю? Неправильно, наверное, да? У тебя что-то поменялось? Нет. Значит, неправильно сказал. Как объяснять, блядь? Ну, деревья, у него, смотри, в углах там... Деревья, блядь, с листвой, без листвой. С листвой, абсолютно, с листвой, фоне, с листвой. Четыре дерева, четыре дерева с листвой. На заднем фоне там просто ничего нет. Там просто как, знаешь... Четыре дерева. Да, четыре дерева идут, в центре у тебя идут. Ну, типа, они не в ряд стоят, а так, знаешь, типа, два стоят близко, а два далеко. Они с листвой, все. Ну, не как будто зимние. Ну, что ты имеешь под зимними? Ну, зимний, блядь, зимняя хуйня, как будто снег, блядь. Опиши в местность, вокруг, просто, блядь, грибы они остались. Вокруг. Ну вот смотри, у тебя справа в углу, вот в самом углу, в нижней части, и слева в углу, должны быть такие ветки длинные, видишь? Вот они там должны быть. Как во второй картине, внизу можешь посмотреть даже, вот там такие же идут, там точно такие же идут ветки, только они вот с какой-то хуйней идут, с листвой, я не знаю. Просто дерево вблизи, да? Да. Допустим, вот это. Два таких тоже идут там. Только они без ягодок, без всего вот этой хуйни. Да, блядь, ну выкинь-то там. Хорошо, у нижней части первой картины какая? С фонтаном. С фонтаном, у него по бокам идут, с короче... Парами. С топорами, да. Внутри, деревья, ну хорошо, попробуй зимним поставить, я не знаю, тут просто хуй знает, они белые, тут у него листва белые. Ну но... смотри, вот деревья пустые, мало листвы, хорошо скажу, мало листвы. Нет, они прям, я говорю, они шарообразные, у них листва шарообразная такая. Ну там нет шарообразных. Ну там много листвы, там много листвы. Там, понял, смотри, вот что, я тебе дам сейчас, ну может поймешь. У нее, у нее идет стебель, нет, у нее идет стебель только один. Ну нет таких, знаешь, у нее нет разветвления на ветке. Просто такой стебель идет один и все острый в конце. И вокруг растет такая вот листва, не знаю, это или снег, но это вообще листва. Там холмики ой, такие это есть. Листва, либо снег, охуенно. Там есть, там холмики есть на этой, типа, картине в нижней части. Холмики такие, маленькие. Блядь, это с грибами, значит, ё. Какими нахуй грибами, блядь? Бля, ну это на грибы похоже. Какие? Это деревья, какие грибы, чё, блядь? Ну я вставил. А у тебя, посмотри, а посмотри, у тебя ничего нет там на шахматной доске не появилось? Там шахматная доска еще внизу есть. Я не знаю. Ничего не появилось. Бля, скидывай скрин мне. Чел уже заебался просто. Ну,
Ну ты заебал, ты не можешь описать, блядь. Я тебя описываю, просто деревья идут, и все, 4 дерева. Блядь, они... деревья. Ну просто, чел, тут просто 6 таких деревьев. Ну хорошо, опиши свои, я тебе скажу, какая из них. Может, хорошо, может, вот так. Смотри, есть картина, где 4 деревья, 2 сбоку, 2 слева, 2 справа. И они как будто и они пушистые, но зимние. Как зима. Так. Картина типа зима. Есть то же самое, только они голые, как будто весна, блядь. Чуть-чуть деревья. Как будто голый просто весна. Ну попробуй первый, который, первые. Хуяно зимний, который? Да, который первый. Хуяно чел, блядь. Если это будет зимний, я не буду больше играть дальше. Я просто отсвечиваю тут, я не хуй знаю, тут желтый отсвечит, не видно цвета просто в целом. Посмотри, ты не вблизи смотри, просто посмотри, не показывай. Бля, ебаная игра, блядь, нужно вытащить эту блядскую картину. Чел, скидывай скрин, мне похуй. Тебе только одной? У тебя все, может, вообще в других? Я не знаю, все. Не знаю, в других что. Ну, смотри, первая картина. Просто тебе говорю. Чел Тони Старк смотрит влево в серой броне. Первая картина. Я и говорю, с серым шлемом. Ну, там не Тони Старк, там чел, там идет мужик, у него шлем. Мужик, блядь, да похуй, да, рай. Он с короткой бородой, у него серая, да, у него серая, типа, ну, броня. Да. С рисунками на груди. Да, потом женщина с кинжалом у него. И рыжая, да. Фонтан, блядь. Второй Тони Старк в сером костюме, женщина с тремя стрелами и кинжалы. Потом, с кинжалом? Кинжалом. Она с луком. Ну, не кинжалом, с луком, я сказал, 3 стрелы. Ну, у него 3 стрелы и в руке лук. Ну, там, блядь, только лук есть, там нет с кинжалом, с тремя стрелами. Потом рыжий чел, у него еще шлем. Короче, рыжий чел, блондинка со стрелой в груди. И дальше я не понимаю, что тут эти. Я уже как будто все поставил. Ну давай, просто хорошо. Скину. Я тебе скину сейчас. Мне просто интересно, бля, вот будет самое прикольное, если ты не проведешь. Бля, сейчас нахуй ебаные грибы будут, я твой рот. Да не грибы, это деревья, я тебе говорю, там нет грибов. Ну, погоди, когда я у тебя играл за тебя, типа, за твою сторону, я не видел грибов никаких. Ну, грибы, ну, это похоже на грибы. Окей, деревья нарисованы, как будто шляпа грибов. Нет, 100% нет. Хорошо, скидывай скрин. Давай, тебе. Туда-сюда, нахуй, бегай. Ну, хуй, ты игра такая, блядь, что ты хотел, блядь. Не, я виноват, вон, блядь. Ну, ты так хуя описывай. Ну вот сравнив сразу, эти три картины скинул, сразу сравнив их. Первая рыжая начинается еще, да. Бля, это долбоёб, это зимняя хуйня. Ну это первый я поставил. Ну? Ничего не произошло. Ну, посмотрите, шахматная доска, там написано, что дальше шахматная доска идет. У тебя все правильно остальные? Сейчас побудь. Я их не поставил, я просто ее ставил уже в том плане. Блядь, чел, охуенно, просто мог сказать зимний биом, блядь. Понимаешь, там просто зимние деревья, блядь. Ну, мне не видно просто, чел, я тебе просто описал, как есть. Там даже на фотке, даже видно. Ну, я вижу просто желтый цвет, там нет белого, там, ну, типа, желтый. Ну, желтый цвет, ты че, понимаешь, вот ты открой свою фотку. Ну вот, но у меня на экране желтое все. Блять, ну желтый, но там нет желтых деревьев, слушай, ты на то пошло. Ну хорошо, да, зимний, ну хорошо, зимний биом, допустим. У тебя остальные все правильно? Тогда. Вот, по идее, дальше тебе там нужно идти на шахматную доску, по идее. Ну я встал, и чё тут? Мне тебе надо что-то говорить, я не знаю. Как ходить, только где я должен это найти, блять, как ходить? Тут ничего не я вот хожу по ней, ничего не произойдет. А, может, ай, не играю. У меня двери заперты. Обе. А там рычаг, да? Там рычаг у тебя? Не, у тебя же рычаг. Я не могу его нажать, не могу я пока нажать.
включаю, смотрю, может у меня что-то изменилось. Смотри. Или картина, может, так же неправильно, кто знает. Нет, картина правильная. Все абсолютно точно. Ну там чел, там нижняя часть, верхняя часть невозможно. Давай еще раз. Ну просто чекни все, может там что-то неправильно, говорю, просто чекни все на всякий случай, что может какой-то звук должен под скрипт произойти, я тебе все равно говорю. Потому что по идее, я думаю, сейчас если поставили бы мы правильно картины, должен быть какой-то звук, либо скрип произойти, мне должна открыться дверь. Даже ты должен по шахматам, должен вроде как говорить, как правильно ходить. А, девушка не та стоит. Какая из них? Которая на первой не с кинжалом, не с мечом, а с кинжалом. Ага.